Всем привет, ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с новым хамончиком, ну как новым. Мы продаем его буквально несколько месяцев всего. Покупаю я его на базе, на складе для предпринимателей, поэтому сразу забегая наперед, скажу, цена на него для вас на 42 евро дешевле, чем для испанца. Так как, чтобы купить на этой базе, нужно иметь лицензию на торговлю хамоном, что есть не у каждого, к счастью. Теперь давайте я немножко расскажу вам о этом хамончике. Это у нас хамон 50% Iberico. Имеет он белую сертификацию. Вес этого хамона на момент поступления на склад был 9 килограмм 470 грамм. Был этот хамон в двух ценовых категориях. Он был разделен на вес. И вес 8 плюс стоил 129 евро. А вес 9 плюс стоил 140 евро. Этот хамончик мы пробовали, нам угощали. Так как мы покупаем, нам дают попробовать. Хамон обалденный. Для тех, кто любит такой Iberico, жирненький, это само будет то, что нужно. Это у нас хамон Cebo Iberico 50%. Нас больше интересует, где были выращены поросята и где сам хамон произведен был. По тому, где выращены, это Кастилья, он был он поставлен на курасьон, на выдержку 11 месяца, это у нас декабрь-ноябрь 2020 года. Посмотрите. Это вот вся нужная информация как бы об этом хамончике. Поэтому, если вас интересует этот хамон, то можно обращаться. Только единственное, сейчас вроде бы нет позиций по 129 евро. Тот, который, ну, хамончик поменьше, его разобрали. Включая и мы тоже подключились и разобрали. Знаю вот этот, вот вчера мы были, вот этот вот 9+, его завезли 140 евро. Поэтому, если хотите, можно обращаться, можно этот хамончик будет заказать. И хочу еще раз сказать, что если его будет покупать испанец, то он его будет покупать за 182 евро за ножку. Вы же можете его взять за 140 евро. Повторяю, почему? Потому что я могу его брать там, где закупаются именно на магазины. Ну, на кафе. Его, кстати, в магазинах он не продается. Он продается именно на этом складе. И все. В принципе, на этом все. Также хотел бы вам посоветовать зайти на наш сайт, ознакомиться с информацией по хамону, с продукцией. Называется он mirhamona.com. Все, ребята. Всем пока. Всем хорошего дня. До свидания.